ないで。Бабка, из пекильни колобка, а ты из пенищего. Иди, детка, по сусекам поскреби. И пошел, детка, скребись по сусекам. А бабка тем временем разжигала пень. Спустя некоторое время пришел дед и дал бабке тесто. Бабка делала тесто, подождала чуть-чуть, пока оно поднялось, сделала мяч и засунула в печь. Через время она достала колобка, он был очень горячий и выскочил у нее из рук. Она положила его на подоконник. А колобок необычный зашевелился и соскочил с подоконника. Ладно, красиво приземлиться. И покатился в лес. Все полы подмел. Там колобок встретил зайца. Давай, зайца. Но вы этого не видели. Мы это ничего не видели. И заяц ему говорит: ты кто такой? Ну, ты был? Я колобок. Я... Я от бабки ушел, от детки ушел. Детки ушел, я всегда тоже ушел. И заяц достает свой нож. Колобок отбивает... Колобок бьет его в живот ударом юбчатки. Но заяц не такой хлипкий. Он сразу же встает. И достает свой пистолет. Колобок бьет своим самым сильным ударом до рычаги пистолет. Пистолет взлетает. И колобок бежит бить зайца. И вот так колобок ушел от зайца. И заяц упал с колобком. Вот так колобок ушел от зайца. И колобок встретил волка. Где волк? Волк ему говорит: эй, ты колобок, ты что тут делаешь? Я колобок, я от бабки ушел, от детки ушел, от зайца ушел, я тебя тоже уйду. А ты меня с зайцем не сравнивай. И тут началась драка. Драка шла дни и ночи, и колобок победил быстро. Колобок пошел дальше в лес. Колобок покатился тоже в лес и встретил там медведя. Медведь ему говорит: ты что тут делаешь? Я тебя съем, моргнуть не успеешь. И колобок ему отвечает: я от детки ушел, я от бабки ушел, от зайца ушел, от волка ушел, я от тебя тоже уйду. Берет свою биту из берлоги, бьет ему, а колобок защищается. И очень сильный удар бьет прямо и добивает его. Я передумал, я лиса. Колобок, помоги, я упала, не могу встать. И колобок
помогает лисе. Хитрый медведь, а? А лиса помогает колобка. Колобок отрывается и вырывается. И потом он пытается, он бьет жертв, но ничего не получается, потому что лиса уклонилась и сразу съела колобка. Нет!